Я нахожусь на берегу озера Сютье. Это курортный район Бурабай в Казахстане. Национальный парк. Ask me about the movie. You will make movies. Make movies, make music. Yes. So, are you involved in the movie? Yes. You are the. From the movie, she told me you're the witch. You're the witch. Yes. I'm sorry to hear that. Only from the movie. Еще раз рада приветствовать абсолютно всех собравшихся здесь. Гостей из огромного количества разных стран. Это крупнейший наш фестиваль за последние 4 года, с тех пор, как COVID внес коррективы в жизнь каждого из нас. Мы долгое время не виделись. У нас были, конечно, локальные мероприятия, когда мы приезжали в разные страны. Мы собирались с небольшими компаниями. И 3 года назад фестиваль «Голоса друзей» впервые прошел здесь, в Бараго. На нем было всего 6 международных гостей. Это крайне мало по сравнению вообще с нашими фестивалями, как это по классике происходит. Мы были несколько огорчены и озадачены тем, что у многих не получилось добраться из-за закрытых границ, из-за того, что не было железнодорожного сообщения. Авиасообщение было доступно далеко не всем и продолжает оставаться достаточно сложным. Но сейчас ситуация радует, и мы рады, что здесь такое количество наших замечательных, добрых друзей, кто с нами уже не один год, а также совершенно новые, еще не открытые и неизведанные нами таланты, к раскрытию которых мы приложим все усилия. Всем добрый день. Большое спасибо Тайна Каунис, исполнительный директор Евразийской творческой гильдии и руководитель нашей резиденции в Бурабае. Многие из вас уже побывали в резиденции, оценили. Это дом Евразийской творческой гильдии в Казахстане. Те, кто еще не был, обязательно посетите. Те, кто посетил, знайте, что мы всегда вам рады. I look forward to performing, and I look forward to people coming and attending our music masterclasses and recitals. Я первый раз вообще в Казахстане. Вот несколько месяцев назад я даже не представляла, что я попаду здесь. И познакомилась с Маратом, я даже не помню как. И пошла на фестиваль в Лондоне, потом мы встретились в Болгарии. И вот сейчас я здесь очень волнуюсь, потому что это большая возможность встретить людей с всей стороны, пообщаться, творчество. Я сама занимаюсь, пишу поэзия, проза, романы у меня, рисую, тоже переводчица, журналист. И очень довольна встретить людей, которые думают, как я, вообще энергия здесь очень прекрасная. Я очень волнуюсь, что с вами. Спасибо вам. Художественная искусство и параллельно она работает над научной, собственно, работой, над диссертацией о том, как художник и любой творческий человек может монетизировать свои искусства. Потому что, да, если ты талантливый, если ты хочешь заменить за себя, то необходимо примерное понимание, как это сделать. Две картины тоже ногами нарисованы. А, нормально. Сюда тоже разгоняются? Да. Ногами ее нарисованы? Ногами, спасибо. Прекрасная работа. Браво. Браво. Куда продаете? Больше Толстого. И опять-таки, почему ногами? Хотела разрабатывать ногу. Многие разрабатывают, а так как душа тянется к творчеству, к всему возможному, почему не порисовать ногами? Вот. И, собственно, вот эти картины, которые висят сзади, и здесь вот мозг вообще отключается. То есть если правая рука, он контролирует, говорит, что ты можешь, не можешь, и вообще не стоит, и страшно,
опасно. Левая рука уже так, ладно, как бы опускает. Куча всех ограничений отпускается уже, что мне позволило все эти картины нарисовать. Причем я даже вообразить себе не могла. К сожалению, я не привезла сюда большие картины. Вот, все левой рукой. А ногами мозг просто говорит, все. Как бы меня здесь нет, делай что хочешь. Вот это не в моей юрисдикции. Громче, пожалуйста, не мистер. Хорошо. Я уверена, что большая часть присутствующих здесь людей знает, кто он и какие. Давайте так, кто слушает про него в первый раз? Меня зовут Ольга Шпакович, писатель из Санкт-Петербурга. Свою презентацию я назвала «Миры Ольги Шпакович. Концептуальная проза». Почему «Миры»? Потому что я считаю, что каждый творец, каждый писатель, художник, каждый творческий человек, он создает свои миры. Он создает свои миры. Он стоит одной ногой в этой реальности, а другой ногой, где-то вот в других мирах. Он и здесь, и там. А не случайно один из романов у меня называется «Между явью и навью». У нас у всех разная вера, своя культура, свои обычаи. Но всех нас объединяет одно – это творчество. Согласитесь, что у творчества нет никаких границ, нет национальности. Никогда не было, нет и никогда не будет. Для меня огромная честь сегодня находиться рядом с профессионалами, быть частью всего этого. Желаю нам хорошего времяпровождения, желаю всем нам нескончаемой музы и, конечно же, мира. Спасибо. Одна из моих любимых книг вот это «Белым по черному». Почему? Это, обычно говорят «черным по белому», да? Это «Белым по черному». Эта книга для меня ценна тем, что здесь написал предисловие Сергей Михалков. Шайнуров награждается международное общественное объединение «Генералы мира за мир» медалью «Голубь мира». Давайте. Голубь мира. Что нельзя стрелять в собаку.
на могиле у Володи цветов немного мы нашли. Людей там было очень немало, мы с чувством тяжести ушли. Мне 37, давно хотел попасть туда, где был сегодня, и мир стал чуточку светлее, как светлый праздник новогодний. Всегда мы будем слушать песни, ведь все они о жизни, чести, о мире, о любви, насилие. А Володя не любил бессилие. Я всем советую пойти на висит в магнете. Когда нас будет мир другим и меньше войн на этом свете. Теперь на сердце стало легче, ведь помянули мы его. И сверху он на мир наш смотрит, не забывая никого. Цветы всегда и толпы будут, кумира люди не забудут. Здравствуйте, меня зовут Нина Гонницер, я писатель. И я хочу вам представить мой роман, который вышел в 2020 году. И мои чудесные читатели и подписчики сделали мне потрясающий подарок. Сумку в виде моей книги с аннотацией на обратной стороне и дарственной надписью внутри. Я желаю всем таких читателей.